Ереван с удовлетворением отреагировал на принятие Сенатом Франции законопроекта о введении уголовной ответственности за отрицание признанных Парижем геноцидов, в том числе и геноцида армян в Османской империи. Получив это известие, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с заявлением, в котором сказал: «Этот день будет вписан золотыми буквами не только в историю франко-армянской дружбы, но и в историю защиты прав человека во всем мире, способствуя дальнейшему укреплению существующих механизмов предотвращения преступлений против человечества». Реакция турецкой стороны диаметрально противоположная. Принятие законопроекта Национальной ассамблеи Франции Анкара уже назвала безответственным актом. А после голосования в Сенате посол Турции в Париже Тахсин Бурджоглу сказал: «Это очень чувствительный вопрос для Турции. Турция никогда не смирится с таким законом. Теперь за это заплатят все, включая Турцию, Францию, Армению, армянскую общину и турецкую общину Франции. Об этом пожалеют все». Заявление премьер-министра Турции ожидается в течение дня, а жители Стамбула не скрывают своего разочарования и во всем винят президента Франции Николя Саркози, инициатора закона о криминализации отрицания геноцидов. Французы предали свои собственные ценности. Турецкая республика – великая страна, она от этого ничего не потеряет. Проиграет только Саркози и его команда.